Редкий енот Арсений. Сеня, моську хоть покажи свою. Вот он наш зверь невиданный. Штирлиц, здравствуй. Ай, нет, Штирлиц. А ты не планируешь свалить отсюда? Макс. Максик. Дратути. Дратути, мой холосый. Какой ты красивый. Ухи у тебя только как решето. Да. А что, тебе по кайфу тут, да? Нет, ты давай переселяйся. Вон, Майя, глянь, ходит туда-сюда. Ей вообще фифалетово. Ма, ой, этот, кто тут? А, Мира и Санти. Давайте валите отсюда. Вы что тут все впятером сидите? Мира. Майя уже на два вольера. И туда, и сюда ходит. Короче, мы сейчас будем ждать, пока вот этот господин Арсений слезет отсюда сам. Потому что сгонять его смысла нет. Он только выше забивается. Да, Сень? Сень. Девочки. Нет, там все, там закрыто. Там гелик с ежиком будет жить. Сень, давай потихоньку, потихоньку и в тот вольер. Май, тебя попустила, да? Косочка моя. А, успокоилась, да? Слава тебе, Господи. Маюха. Ой, слава Богу. Отпустила девочку. Можно выдернуть? Ну вот, некрасивая штучка была у тебя тут. Майя. Маюха. Маечка, упадешь. Майя. Да блин. Ты моя золотце. Сразу. Ага. Май, ну Маечка, я тебя тоже очень люблю. Не надо только за пальцы, пожалуйста. Ой, да ты даже не рыкаешь, Мирух. Ты с ней поговорила, да? Чтоб она так себя не вела. А, тебе тоже надо. Да, кстати, телефон был очень. Моя маленькая такая, да? Не крупная. Она полиняла только. Это пушистая сейчас, Мира. Девочка, а там такая маленькая, мне кажется, девочка. Она